А в детском саду Балакай сегодня в День благодарности малыши пели песни, рассказывали стихи, играли в национальные игры и пробовали блюда разных этносов. Наша съемочная группа побывала на празднике. Здесь праздником веет с самого порога. Родители могут оставить свои пожелания нашей стране. Празднование начинается с зала дружбы. Ребята поздравляют друг друга на трех языках. Воспитатель рассказывает маленьким карагандинцам об истории и значении сегодняшнего праздника. Булочки вместе друг с другом. А здесь малыши представляют 6 этносов – белорусов, казахов, русских, корейцев, узбеков и англичан. Надев национальные костюмы, приготовив свое блюдо, размахивая флажками, юные карагандинцы говорят друг другу «спасибо» на трех языках. Концерт сопровождается национальными играми. Сегодня мы отмечаем новый праздник нашей страны – День благодарности. Так как у нас в детском саду действует детская ассамблея народов Казахстана, в нашем саду более 20 национальностей среди деток, поэтому этот праздник, я считаю, что мы отмечать должны с размахом. Поэтому у нас сегодня очень много мероприятий, все они с участием родителей. Мы пригласили ветеранов труда на наш праздник, бабушек, дедушек. Любой праздник здесь не обходится без спортивных состязаний. Родители тоже решили принять участие. Соревнования на скорость и развитие. Сами взрослые рады принять участие в праздновании Дня Благодарности. Празднуя такие праздники, мы чувствуем, что наши дети живут под мирным небом. Спасибо, Казахстан! Давай, дочь, прыгай. Спасибо, Казахстан! Спасибо, Казахстан! Воспитатели уверены, что благодаря проведению таких праздников в нашей стране подрастает новое поколение патриотов. Айгерим Бухтаева, Рустам Бараев, Никита Косых, 5 канал.